Вітаю всіх фанатів і фанаток Євротрак Симулятор 2 на каналі Рулік 69. Меня зовут Руслан. И сегодня у нас с вами на обзорчике будет карта «За гранью» от Terra Map. Что сказать, ребята? Это нас бывшая карта дорога в Азию плюс дорога в Африку совмещены вот в карту «За гранью», да? Я так понял, что территориальных изменений там, в принципе, нифига таких особо нет. Просто это все дело совместили. Сначала сделали ее, как бы так, на платной основе, но сейчас нам выкинули ее в открытый доступ. Так, смотрим, что у нас на данной карте, да? Так, ключевые страны. Обратите внимание, что все страны могут быть не включены и могут входить только несколько городов. Ото перевод и ядрит Мадрид. Короче, вы поняли, да? Есть страна, например, в которой может быть один или два города. Вот и вся страна, да? Но тут у нас что представлено? Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Иран, Афганистан, Пакистан, Китай, Северная Корея, Южная Корея, Таиланд, Чад, Судан, Ливия, Нигерия, Камерун. Понятно. Как и было, как и есть. Тут самое интересное, мои дорогие, что если вы отважились ставить данную карту, читаем внимательно вот именно рекомендованные характеристики для Сеула, Бишкека, Бухары, Даньдуна, Ашхабада и Пхеньяна. В размере буфера нужно нам выставить минимум 20. Это обязательно. Ну, 20, не 20. Ну, в принципе, повыше. Я себе давным-давно поставил на 50 и как бы так нормальным ходом. Ну, а вы там будете смотреть. Естественно, все это дело покажу. Так, читайте дальше. Что требует, да, данная карта? Какой процессор, какую видяху там рекомендует SSD-шник? Необходимо не менее 13 гигабайт свободного места. Необходимы все DLC-карты, естественно, ну и сам мод. Понятно, да? И что они еще от нас требуют? Память 8 оперативки должна быть. А Сеул рекомендуется 16 гигабайт. Так что, мои дорогие, у кого оперативной памяти 8 гигабайт, да, в Сеул лучше вам не соваться. Однозначно будете, пум, вылетать. Это стопудово. Хе-хе-хе. Понятненько, да? Короче, ребятки, вот это все дело читкаем, знакомимся. Если не будет вам хватать вот этой информации, которую дал, буду давать я вам, да? Ну и лучше перевести на английский, так будет попроще, да? И вот опускаетесь в самый низ, и вот у вас есть премиум загрузка, где вы скачаете все одним архивчиком, да? Но это дело у нас платное. А есть вот внизу бесплатный, где вам придется каждый файлик, их здесь 5, 4, 3, 2, 1, скачивать по одному. Да и все, потихеньку себе скачали. И красавцы, поехали, будем смотреть, что там у нас будет дальше. Итак, скачали вы все 5 файлов, да, и вот так они у вас будут выглядеть в формате SCS. Соответственно, все эти файлы вы выделяете, копируете, и по пути документы, Евротрак Симулятор 2, папочка мод, это все дело туда, естественно, перекинули. Класс, красавцы! Ну и что касаемо буфера, мои дорогие, идете вот в документы, да, Евротрак Симулятор 2, опускаетесь вниз, и вот конфиг. Открываете его при помощи блокнота, или что там вам будет, да? Что вам будет поинтереснее. Открыли конфиг, опускаетесь вниз, и ищите вот эту строку, вот она. User буфер, да? Здесь у вас по умолчанию стоит 10. Вы меняете на 30, на 20, на 50... Это уже по вашему усмотрению. Я же себе поставил на 50 давным-давно и не парюсь. Закрываете это все дело. Оно вас просит сохранить. Да, подтверждаете сохранить. И все. Вперед в менеджер модификации. Да будем смотреть, что там да и как у нас с данной картой. Ну и вот так, мои дорогие, все это дело выглядит у нас уже непосредственно в менеджере модификации. Да, что я вам могу предложить, вот пока на сегодняшний день, да?
с данной картой, куда ее можно будет впиндорить. Пока там определяются с этими всеми коннекторами, фиксами, короче, со всякой этой фигней. Я не помню вот такой срани, да, с этими картами да с фиксами, как вот версия 1.50. Как-то те последующие, то есть предыдущие версии, ну, повеселее было. Как-то карты быстрее подтягивались, как-то фиксы делались, коннектора, как-то, ну, более-менее нормательным хондером. А это что-то, ну, что-то такое, ну, геть непонятное. Пока что вот так, а потом, естественно, соберу вам какую-то, ну, шикардосную сборочку. А пока я вам предложу два варианта сборки, да? А там посмотрите, куда вам что подкинуть из этих данных двух вариантов, да? Что вы там определитесь, пока покатать. Итак, у нас первый вариант. Это у нас будет с промодами, да? Ставим снизу Сибирь. Поставили Киров, поставили соединитель, то бишь коннектор Кирова с Сибирью, поставили Алтай. Дальше у нас Транссибирская магистраль, коннектор с картой Сибири. Далее у нас идет Казахстан от промодов. Да, ребятки, кто еще не перекачал, перекачайте в обязательном порядке вот эти два файлика, да? Потому что у нас промод с Казахстан уже версии 1.1.1. Понятненько, да? В обязательном порядке не забудьте переустановить. Выставляем Asset DevMap. Выставляем вот этот Адонч Коралла. Дальше выставляем вот эту карту за гранью, да, расстановочка незатейливая, 5, 4, 3, 2, 1, все, выставили. Дальше выставляем вот этот коннектор Транссибирской магистралью с данной картой за гранью, да, напомню, этот коннектор находится в архиве с картой Транссибирской магистрали. Нормально, поставили. Выше ставим вот этот фикс от Джерри, как бы так, на исправление всяких какашечных вещей, которые могут происходить, да, при совмещении данной карты за гранью с картой Казахстана. Поставили. Ну, выше ставим наш доблестный и шикардоснейший промоз 2.70. Выставляем Asset, модель 3.2.1, Media Map и, соответственно, Dev. Поставили. Выше, мои дорогие, выставляем с вами дополняшку к промодам Ближний Восток. Шикарнейшая дополняшка Asset DevMap. К сожалению, пока соединения у нас, да, нет. Вот именно Адончика Ближний Восток с картой этой за гранью. Там у нас идет разрывчик. Ну, покажу в карте. Такое дело. Может быть, этим последнее время у нас Джерри занимался, да, делал вот это соединение. Может быть, сделает. Пока что под версией 1.49 висит данное соединение. Естественно, мы его с вами ставить не будем. Ну и выше я поставил вот проект Кавказ, да? Ну как бы так. Ну пускай будет, потому что ничего прилепить сюда такого особого нельзя. Ну в карте в принципе буду показывать и рассказывать. Естественно, подложка и вот этот мод, который я использую из мастерской Steam для полноэкранной карты нашего игрового мира. И кто-то мне писал в комментах, не помню кто, что вроде бы не работает у него вот эта графика GBX с промодами 2.70. Ребят, работает нормально, все хорошо, не знаю, что там у вас не работает, так что можете смело ставить и катать. Ну и вот так, мои дорогие, все это дело уже непосредственно у нас в карте выглядит, да? Наш доблестный и шикарный промоц, ну это шикардосненько, да? Промоц, ха-ха, он и в Африке промоц. Молодцы, ребята. Конечно, сила. Все это дело сделать в таком виде, вообще уважуха, красавцы. Смотрите, ребятки, у нас там проявились уже с картой ROX, да, всевозможные коннектора. Но в чем прикол вот этих коннекторов? Когда подкидываешь карту ROX, да, она полностью перекрывает вот этот сектор. Вот, Украину, да? Там уже будет не вот это от промодов, а будет уже карта ROX, да? И вот этот сектор она полностью убирает. Вот эту Грузию, по которой шикарно покатать. Ребятки, Грузия от промодов — это вообще что-то с чем-то. Да так само, как и Украина, бомбезно. Красивейшие места не в обиду карте ROX, да, сказано.
Но намного круче, чем на Roix. Вот почему я пока это дело все и не подкидываю, катаю, пока обкатаю вот это все. А потом это все дело подкинем с Roix. Но опять же, он все это перекраивает, ну и мне как-то так, ну как на меня, то мне это не интересно. Так что Roix пока подождет, пока-пока. Так, дальше у нас идет, да? Вот этот аддончик, дополняшка про модом Ближний Восток. Все бомбезно, все хорошо. И вот эта карта, бывшая наша, да? Карта Африки. Вот соединения нет здесь. Раньше был у нас аддончик, да? Дорога вдоль Красного моря, вот это все дело соединялось. Потом это все дело закинули, потом стал Джерри делать вот это соединение. Ну, пока что его, мои дорогие, нет. Так что вот такое, да? Ну, и теперь вот эта карта за гранью, да? Вот оно. Выглядит вот так, в принципе, как и было, как и есть. Вот таким вариантом. Ехаем дальше. Что я еще поставил, да? Ну, я вам показывал. Поставил я вот Казахстан. Хотел быстро сморозить Казахстан. Не Казахстан, а именно вот этот дополняшку Кавказ, да? Естественно, здесь стыковок никаких нету, к сожалению, но пускай будет. Дальше идет у нас Казахстан от промодов, Арал. Выше у нас пошла карта Сибири, шикарнейшая, зачетнейшая карта, вообще бомба. Карта Киров. Естественно, Транссибирская магистраль соединяется у нас выше. Пошла Транссибирская магистраль. Здесь у нас Алтай. И поехали дальше по Транссибирской магистрали. Вот это мне все дело нравится, да? И мы тут Тунхуа соединяемся уже именно вот Далянь, Пхеньян и все остальное. Сеул, да? Вот мы уже сюда можем попасть. Класс! Ну и естественно, по сухопуточке с вами, мои дорогие, мы можем попасть с карты Казахстана, да? Вот у нас идет соединение именно уже на карту сюда, как бы нашу бывшую дорогу в Азию, да? Вот это мне тут непонятно. Ну могли бы там уже как-то так, ну, что-то соединиться. Было бы вообще как бы так нормальным хондером, но не посчитали нужным, может быть, потом это все дело у нас и соединится. А пока что вот так это все дело у нас выглядит, да? Естественно, у нас паромное сообщение. Попадаем в Далян. И ниже у нас здесь Сонхла, да? Вот и все, мои дорогие. Пока что вот так. Пока что вот так. Это как бы так один вариант, да? Для тех, кто хочет покатать именно с промодом и ощутить вот эти все красоты промода, да? Без Roix, без ничего. Потому что, еще раз напомню вам, что Roix перекрывает вот эти все области. Ну, поехали посмотрим сборочку номер 2. Итак, мои дорогие, сборочка номер 2. Это для тех, кто любит вот покатать по карте Московии, да? Для них вот эта сборка. Я знаю много наших доблестных фанатов, но от которым заходит, да, данная карта, и они плотненько сидят. Ну, вот эта сборка будет как бы так для них поактуальней. Выставляем снизу карту Сибири. Выставили, да? Дальше. Казахстан от промодов, Asset Def Map. Дальше выставляем Арал, потом идет Киров. Киров, Сибирью коннектор. Дальше у нас идет Алтай. Выше у нас Транссибирская магистраль, коннектор для соединения Транссибирской магистрали именно с картой Сибири. Карта Юго-Восточной Азии, выставляем 2 и выше 1. Ну и дальше, естественно, за гранью карта 5, 4, 3, 2, 1. И вот этот как бы так фикс-регистратор там. Регистрации стран, там что-то такое. Ну вот это мне не нравится. Сделали карту, потом начинают эти все фиксы, хересы, исправления, херения. Вот это все, ну как на меня, то это геморрой. Но есть исправление, ставим, да? Поставили. Выше ставим. Фикс.
от Джерри для исправления всяких какашек, которые могут появиться на карте. За гранью с картой Казахстана от промодов поставили. Дальше выставляем фикс для Транссибирской магистрали с картой за гранью. И, естественно, выставляем вот этот фикс, который исправляет у нас всякие там конфликты и все остальное с картой Юго-Восточной Азии. Да, вот фиксов сколько. Офигеть. Ну его нафиг. Так, дальше ехаем. У нас карта Московии, либо же Московской Народной Республики. Что у них в недалеком обозримом будущем. Выставляем префаб, потом модель 4321. Один, да, я не ошибся, бо там они исправляли это все дело. Где у нас этот модель? Во. И она же там у них маркируется модель 1. Вот так. А вы-то думали. Соответственно, map и D, да, поставили. Выше ставим доблестную легендарную карту Roix. 4321. Вот это бесплатная расстановка. То есть расстановка для бесплатной версии карты. У кого же платная версия карты, не забываем ставить вот этот нулевой файл Core. Прошу прощения, в горле дырынчить. Значит, треба промочить. Что мы и сделаем. Так, поставили. Выше ставим асгеодончик, да? Выше асгеодона ставим вот это соединение, коннектор. Роикса с картой Московии, выше ставим проект Кавказ, выше ставим проект Италия, дополняшка, которая расширит нам покатушки на DLC Италия, выше ставим дополняшку, которая расширит нам покатушки во Франции, выше ставим шведские острова от Бенгана, естественно, дальше подложка и вот эта модификация на полноэкранную карту нашего игрового мира. Вот такой вариант сборочки номер 2 для вас, мои дорогие. Естественно, все ссылочки будут в описании. Посмотрите там, определитесь пока что, где подкинуть и на чем покатать. Опять же, потом. Что-то с вами наваяем. Наваяем, ну, какую-то конкретику. А пока что вот так. В принципе, у нас упор стоит, да? На вот эту карту за гранью посмотреть, что да и как. Ну и вот так выглядит у нас уже сборочка вторым вариантом, да? Второй вариант у нас сборки. Естественно, наш полнейший дефолт, да? Вот дополняшка в Италии, дополняшка во Франции. Вот так это все дело у нас выглядит, да? Так, дальше идет карта Московии. Все стыковки, все как положено. Дальше идет карта Роикс, которая включает в себя всю нашу неньку Украину. Тоже все коннектится, все нормательным хондером, все хорошо. Естественно, вниз пошла у нас карта Роикс. Кто-то спрашивал, а где ты брал эту? Турцию. Ребят, Турция находится уже в самой карте Роикс. Так что не путайтесь. Так, дальше у нас асгеодончик, да, вот видите, вот как он выглядит, данный асгеодон. Вот почему я вам говорю, что он перекрывает полностью все области именно промодовские, да? Ну, как бы так, мне интереснее покатать еще раз, повторюсь, именно на промодовских. А потом, может быть, поправят, да будем и ставить и в сборку с асгеодончиком, если поправят его. Так, асгеодон, который у нас плавненько переходит дорогу. Кавказ. Так, дальше у нас идет. Естественно, Казахстан от промодов. Так, потом у нас Сибирь, Киров. Соответственно, Транссибирская магистраль. Также коннектится в Ишиме, все нормально. Алтай. И пошла у нас Транссибирская магистраль. Дальше. Все, законнектились. Нормальным хондером, да? Нормально. Ну и вот также соединение у нас с картой Казахстана. Вот бывшей нашей карты дорога в Азию. А теперь у нас за гранью, да? Ну и вот дополняшка Арал.
Понятненько, да? Вот так это все дело у нас выглядит. Ну, еще у нас вот здесь притаилась вот эта карта, да, Юго-Восточной Азии. Ну, тоже как бы так. Как бы так, ребятки. Ничего. Можно катать. Но не забываем, да, что с данной карты у нас ездят вот эти мотоциклисты в трафике. Кого это не парит, то нормальным хондером. А кого же парит, я не знаю, пока такого фикса никто не сделал. Чтобы вот этих мотоциклетных байкеров подключать. Так что будут ездить везде, не забываем об этом, да? Вот такая сборочка номер 2 для вас. Ну, не номер 2, вариант как бы второй. Но это больше будет заходить для тех, кто вот катает именно по Москве, да? А их у нас немало, особенно старых таких, кто сидит на ЕТС-ке уже десятилетиями, привыкли к этому всему, вот им это все дело заходит. В принципе, нормуль. Заходит, да и слава богу, катайте, мои дорогие, удовольствия. А по сим буду с вами прощаться, как всегда, Короночка. Понравился видосик? Не забудь, поставь лайкосик. Всем мира, добра, всех земных благ вам, мои дорогие. Как завжди, благодарочка и нижайший поклончик от меня лично всем тем, кто помогает каналу. А это мои дорогие спонсоры и мои дорогие подписчики. Ребятки, дякую вам. Будь добру, будьте мне здоровы. Все будет Украина. До новых обзорчиков. Всем пока-пока.